Основатель ателье «Итал Дизайн» маэстро Джорджетто Жужара после ухода из ателье открыл сыном Фабрицио новое ателье JFG Style и в этом году в Женеве представил очередной свой концепт «Кенгуру», который благодаря уникальной подвеске сочетает в себе характеристики суперкара и кроссовера. Подвеска имеет три режима работы. Рейсинг. В этом режиме высота клиренса составляет 140 мм, роуд 190 мм и оффроуд с высотой клиренса 260 мм. Кузов концепта изготовлен из композитных материалов и стилистически выполнен в лучших традициях спорткаров с усложненной конструкцией дверей гильотинового типа, у которой для удобства посадки водителя и пассажира поднимается еще и часть крыши. Движение концепт приводится двумя электромоторами, по одному на каждую ось суммарной мощностью 490 лошадиных сил. До 100 км в час электрокар разгоняется за 3,8 секунды, а максимальная скорость машины составляет 250 км в час. Емкости же батареи хватает на пробег 450 км.